Братья и сестры, вот сегодня такой день, когда у вас собрания нету по расписанию, да? Или есть? Нету. Я верю, что вы пришли на собрание по вдохновению. Не по обыкновению, не по расписанию, а по вдохновению. Пожертвовали своим временем, отдыхом своим пожертвовали после рабочего дня и пришли, чтобы послушать Слово Господне. Друзья, мне вот хотелось предложить сегодня такую беседу, чтобы вместе посмотреть внутрь себя. Вот есть такой текст, где записано: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Тимофею, молодому служителю, апостол Павел так советовал. Посмотрите, какой прекрасный совет и какие далеко идущие последствия. Себя спасешь и слушающих тебя. Братья и сестры, молодежь, кто бы из нас не хотели бы спастись, да еще и других людей спасти. Вы когда-нибудь испытали счастье привести душу ко Христу, и вот она в церкви приняла крещение? Твой снопик, какое это счастье, какое это блаженство. Это не измерить ни долларом, ни славой земной, ничем не измерить это счастье. Одна спасенная душа пришла к Господу. А это счастье можно переживать, если будем слушать, вот что апостол Павел советует. Путь к этому – вникай в себя и в учение, и этим занимайся постоянно. Братья и сестры, а что такое вникать в себя? Допустим, вникать в Писание, в учение, ну, мы примерно понимаем, да, изучать Слово Господне, вот так вот рассуждать. Для этого мы и на разбор Слова ходим, для этого у нас домашняя церковь, для этого у нас тихое время лично читать, изучать Писание. Да и вообще вся жизнь, чтобы размышлять. Каждый день. А как вот вникать в себя? Что это значит? Что внутри у нас происходит? Как регулировать вот эти процессы внутри у нас? Как происходит процесс возрождения души человека? Как воздействует на него Слово Божие, истина? Что это внутри происходит? Как рождаются в человеческой душе страхи, проблемы, тупики, чувство вины? Как от этого избавляться? Как не попасть в депрессию? Это важные вопросы, которые нам сегодня нужно знать. И вот на этой доске я схематически постараюсь нарисовать процессы, которые в нашей душе происходят. Душа сама, она невидима, нематериальна, она включает в себя разум, волю и чувства. И область духа – это богопознание, это совесть и интуиция. Это область духа, здесь вера задействована. И откуда-то это должно у нас рождаться. Мы вот порассуждаем с вами, и потом помолимся в конце, поблагодарим Господа. Практически вот то, что мы нарисуем здесь, друзья, это духовное оружие. Для того, чтобы отражать атаки дьявола, которые на уровне мыслей к нам приходят. Это оружие для того, чтобы побеждать отрицательные чувства, которые людей, бывает, до психбольницы доводят, до тупиков доводят. А вот то, что мы получим эти знания из Писания, это поможет нам правильно стоять перед Богом, остерегаться того, что опасно для нашей души, вредит нашей душе, и будем соблюдать экологию нашего духа, чтобы не осквернялся наш дух, и наша душа, чтобы, когда придет Господь, мы были спасены. И также те, кто нас слушает. Давайте мы схематически это и будем немножко рисовать. Первое, что мы встречаем на страницах Библии, это разум. Разум человека очень чудно устроен, потому что Бог создал человека для общения с собой. И поэтому человека создал разумным существом. Поэтому мы призваны любить Бога всем разумением. Помните, заповедь такая? Мы призваны иметь Бога в разуме.
Так написано. А если не имеем Бога в разуме, превратный ум рождается, похоти различные, скверны до аморального поведения и страшных низких падений, когда люди не имеют Бога в разуме. То есть Бог первым всегда с разумом имеет дело. И мы на этой схеме посмотрим, что дьявол, когда хочет человека осквернить, победить, погубить, обмануть, он тоже имеет дело с разумом, не с чувствами человека. Вначале с разумом. И Бог вначале с разумом действует, работает. А потом уже все остальное. Поэтому разум. Потом воля. Воля человека. Воля отвечает за выбор. Принятие или отвержение. Люблю, не люблю. Хочу, не хочу. Буду, не буду. Вот это воля человека. Когда у человека сильная воля, это плохо или хорошо? Хорошо. Бывает, родители неправильно воспитывают детей и ломают волю в детях. Волю нельзя ломать в ребенке. Своеволие надо ломать. А воля и своеволие – это разные вещи. Своеволие – это когда воля плюс гордость, воля плюс непокорность Слову Божьему, воля плюс эгоизм, хочу, что хочу, делаю. Вот это вот страшные вещи. И их нужно в ребенке разрушать правильным воспитанием. А волю ломать нельзя. И чтобы волю правильно направлять, нужно учить ребенка, показывать ему преимущества святой жизни. Показывать то, что полезное и правильное. И любые рычаги использовать для того, чтобы ребенок расположен был послушать родителей, принимать наставления. А, к сожалению, у родителей сегодня для детей очень мало времени. Почему? Хлеб заработать сложно. А будь и одеть детей, а если еще большая семья? Очень непросто. И поэтому с утра до ночи родители посвящают себя, чтобы работать и работать и работать. А для ребенка мало времени. А ключи найти к ребенку, к его сердцу, это бывает и несложно. А бывает сложно, когда уже закрылся. У меня вот 8 сыновей есть и 5 дочерей. И вот последние два мальчика, 11 и 12, очень живые такие. Ну, а ввиду того, что я часто занят служением, однажды жена говорит: «Саша, надо, чтобы ты с ними провел беседу». Обозначились маленькие проблемки. А им возраст, ну, небольшой возраст, 11-12 лет, вот такой возраст. Самый такой возраст, что надо шефство, нужно ориентиры для них, нужно покровительство, заступничество. Я приехал с поездки одной и думаю, как мне с ними побеседовать. Можно построить беседу таким образом. «Сыновья, ну идите сюда. Что это мама жалуется, что это я слышу?» Бывает такое, мальчики? «А ну-ка, и разгон всем, и пристражить, и все». Но я думаю, это не поможет. Это не поможет. Дети – это живые души. И к ним подход надо. И я думаю, как мне подход найти? А была суббота. Я утром встаю, очень уставший, головная боль, такое состояние, что, ну, не до сыновей, явно не до сыновей. А нужно заниматься, потому что они мои, я за них отвечаю перед Богом. Бог спросит, где твои сыновья? Я говорю, поехали в соседний город на базар. Мальчики, поехали со мной. Да, а что мы там сделаем? А я вам инструменты куплю. Да, сна как не было, убеждать не нужно их одеваться, и все, мгновенно все, в ванну умылись, все, пошли, помолимся, прочитали, помолились и уезжаем. За 30 километров в соседний город, ну, я пошел, нашел там, знаете, люди продают советские еще ключи гаечные, старые, рожковые такие, ржавенькие, да, ну, сталь там получше, чем у китайских. Я выбрал этих ключей, там по 3 гривны, по 5 гривен, там по 4, вот это. Дети смотрят, оно вроде такое,
неприглядное, там все, купил там еще кое-что, купил баллончик краски под никель такая вот, приехал домой, с ними почистил эти ключи, покрасил их под нержавейку, под хром, все, они засияли, такой набор ключей получился задешево, все, они такие довольные, и мы с ними там стулья перетянули, там сделали, а у меня цель с ними побеседовать. Но подход аж через соседний город, через базар и вокзал, и все, и тогда вот до души. И я думаю, как же начать разговор? Когда смотрю, подходит сынок и говорит: папа, а можно я побеседую? Ну, пойдем. Папа, я хочу исповедаться. Я когда в лагере в христианском был, я там исповедовался, но я скрыл самое основное. Я скрыл, а я теперь хочу все признаться. И он вот так душу раз наизнанку и открыл. И кается: папа, я и на карьер ходил купаться. Там раньше камень добывали, карьер, глубина большая, я туда не разрешаю купаться, утонуть можно. Папа, и на карьер ходил купался, папа, и то, и другое. И все признался, помолились, все. Вечером подходит: папа, а мне ничего не страшно. Даже на улице в темноте не страшно теперь. А чего? Исповедался. Так вот это в душе у человека, там процессы происходят, и туда дойти, до этого святого святых, чтобы это вывести на наружу, просто директивными методами не получится. Просто заставить ремнем: а ну исповедуйся, а не то сейчас лозины дам. Не так все просто. Может, что-то и скажет. А что-то и не скажет. И я думаю, друзья, как важно нам научаться вот наводить порядок в своей жизни, в разуме нашем, в душе нашей, чтобы мы были сами и утешены Богом, и сами духовно бодры, и свежи, и отображали красоту христианства, настоящую красоту, чтобы богаты были Богом, богаты познаниями о путях Божьих и могли бы другим это передавать. Как это дорого и ценно. Вот в нашем разуме, вернее, еще вот здесь я напишу, что чувство. Вот это то, что состоит в общем наша душа. Внутренний наш мир. Разум, он имеет еще воображение. Это способность нашего разума рисовать картины будущего, видеть невидимое. Люди, у которых развитое воображение, это хорошо или плохо, молодежь, как вы думаете? Пожилые говорят плохо, молодежь говорят хорошо. Так а как тогда? Друзья, воображение, если развито, это хорошо. Но беда в том, что этим инструментом часто дьявол владеет. Или похоти человека. И в своем воображении человек закрыл глаза, а представляет такие вещи, что иногда стыдно вслух говорить об этом. А человек это видит, человек об этом думает, возникают чувства греховные, всякие возбуждения и все. Человек тогда не знает, что с этим делать, начинаются всякого рода осквернения. Поэтому воображение очень важно, чтобы оно было освящено. Люди, которые имеют развитое воображение, это поэты, художники, композиторы, архитекторы, проповедники, конструкторы. Это вообще мыслящие люди, в которых развито воображение. И это ценно. Вот почему деткам маленьким дают возможность рисовать? Для чего это? Развивать воображение. Ребенок образ имеет. Уточку или там дерево или что-то, этот образ у него в воображении, и он его переносит с помощью там карандаша или что, переносит на бумагу. Это развивает воображение. Мы когда дом строили, фундамент с ребятами копаем, жена говорит: что это за выступ такой непонятный на фундаменте, что это за выступ?
Почему вы прямо не сделали фундамент ровно, вот прямоугольный, а какой-то выступ здесь сделали? Она задает вопрос, она просто не видит дом, который уже построенный. Она не видит. Я его видел, проектировал, размышлял, планировал под те материалы, которые были, и под те плиты перекрытия. А там, где этот выступ, там должны два балкона быть. Один над одним. И когда оно все уже построено, она говорит, а вон оно что, для чего эти нужны были выступы. Вот. И это важно, друзья. Вот когда мы приходим на разбор слова, важно, молодежь, участвовать в разборе слова. Для того, чтобы вы развивали себя, развивали свое воображение, представляли те картины, которые описывает Священное Писание, чтобы вы видели эти картины, представляли реально этих людей, что они говорили, что они делали, в какой обстановке Господь говорил эти или другие слова, как это происходило, это очень важно. А бывает, если воображение осквернено, тогда человек видит нехорошие картины в своем разуме. Даже на собрании. Даже когда дома сидит и читает Библию, а на внутреннем экране нехорошие картины человек видит. Потом начинается чувство вины, совесть начинает действовать, а пытается избавиться от того, что в воображении, оно не проходит. А память хранит это. И это плохо, когда человек это имеет в своем воображении, а оно не дает ему жить, покоя тогда нету. Вот почему в нашем братстве принято решение не смотреть видеопродукцию. Почему такое? Потому что все, что человек видит, оно затрагивает его воображение, развращает воображение, искривляет его, разрушает способность отличать чистое от нечистого, тогда человек просто становится мирским верующим. Он верующий, верит, вроде бы все человек, а он мирской человек. По духу становится чужой Богу. Почему? Потому что каковы мысли внутри человека, таков и он. Если у человека злочестивые мысли, скверные мысли, вот то такой и есть человек. И бесполезно себя убеждать, что я же не таков, а потому что это видел. Вопрос в том, что все, что человек видит и слышит, оно вот в разуме есть еще подсознание. Подсознание. Что такое подсознание? Это ближайшая память. Это то, что все, что мы слышали, видели, оно туда уходит. Беда только в том, что иногда организм бывает в таком состоянии, что извлечь оттуда информацию бывает человеку сложно. Что такое исповедание грехов? Это когда то, что человек набрался в своей жизни греховного, оно все здесь. Оно оскверняет человека. Он выносит это во свет, исповедует. Исповедует Богу, потому что только Бог прощает грех, но исповедует в присутствии свидетеля. Этим свидетелем в ветхозаветнее время были священники, левиты, пророки. В новозаветнее время сначала Иоанн Креститель, потом апостолы, потом пресвитеры и до наших дней. И поэтому в послании Иакова написано «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Кто это друг перед другом? Некоторые говорят, да, у меня вон подруга есть, сестра. Сестра говорит, я вот перед ней буду друг перед другом. Взяла, исповедалась сестре. А сестра соблазнилась и отступила от Бога. Не смогла понести то, что ей подруга исповедала. А исповедала такие дела, за которые отлучают. И она не к служителю пошла, а пошла к подруге. И свою душу погубила, и подруге душу погубила. Вот как оно неправильно бывает делается. Есть порядок Божий, его надо соблюдать. Когда человек оскверняет свой разум, свое воображение, смотрит видео, смотрит в интернете всякую нечистоту. Что происходит? Это все идет в подсознание. Из подсознания происходят нечистые сны. Если у человека есть скверные, нечистые сны,
вот тут грязно, вот тут не решены проблемы. Я вот напишу здесь нечистые сны. Вы знаете такую ситуацию, когда бывают люди верующие, гневливые, вспышки гнева и ярости. От чего это происходит? Наша тема «Вникай в себя». Вот тут скверна и нечистота. Человек осквернен. И поэтому идут вспышки гнева, ярости, злобы. Вот такие вещи происходят. У человека, у которого чистый дух, человек не будет вскипать, как чайник. Не будет. Такой человек имеет благодать такую, Духа Святого, чтобы плод вот этот проявляется, воздержание в речи, в эмоциях, даже внутри не кипит. Бывают люди настолько выдержаны, что внутри кипит, аж уши красные, такая температура, а спокойно ведет себя, и мускул ни один не дрогнет. Вот такое бывает, люди натренированы, но это не победа, это мнимая победа, это поражение. Победа, когда во всей душе у человека тишина, покой, умиротворенность, наполненность любовью, миром Божьим. Вот это настоящее положение христианина. Так должно быть. Часто так не бывает, и этому есть причины. Когда у человека нечистота в разуме, осквернен человек, неочищенный, что еще происходит? Непроизвольные действия. Это можно тоже написать. Непроизвольные действия. Что это за непроизвольные действия? Ну, например, не хотел, а выскочило ругательное слово. Вот не хотел, а оно выскочило. И куда деваться? Это признак, что оскверненный человек. И там оно сидит и живет. И эта скверна не обязательно она в виде матерщинных слов. Может быть, в виде аморальных фантазий. А может быть, в виде осуждений ближнего своего и ненависти к ближнему своему, превозношения над ближним. Что бы это ни было, оно там сидит. Вот почему Бог предусмотрел для церкви путь очищения, освящения, чтобы дух наш был чист для общения с Богом. В нашем разуме, друзья, очень важно, что еще присутствует сознание. Сознание. Оно отвечает за несколько вопросов. Несколько вопросов. Ну, во-первых, такой вопрос. Кто я? От ответа на этот вопрос зависит состояние наших чувств. Ко мне приехала одна молодая верующая девушка. И она в состоянии депрессии. Что такое депрессия? Дай Бог и не знать, что это такое. Но в целом это такое состояние тупика, безысходности, отчаяния, выхода нету. Все, вот такое состояние. Она приехала за 2000 километров для того, чтобы решить свою духовную проблему. Эта проблема за один день не рождается у человека, а целый ряд событий, целый ряд переживаний и позиций, которые человек в целом занимает, это все порождает. И когда мы стали изучать ее самооценку, кто я? Кто я? Я с маленькой буквы. Не в смысле задрать нос, вы знаете, кто я? Не в этом смысле, а в смысле самосознания. Кто я? Братья и сестры, важно это вопрос или нет? Вот когда я в этой девушке спросил, говорю, что ты о себе думаешь? Она опустила голову. Я мерзость. Представьте, как можно жить с таким самосознанием. Это тупик, это уныние, отчаяние обеспечено человеку. Я мерзость. А еще что ты о себе думаешь? Я корабль, потерпевший кораблекрушение. Как можно по-другому? Разбитость, все, тону.
тону, все, на дно иду. Вот такое состояние в душе. Это в чувствах, там просто мрак один. И нам нужно было эти все вопросы по Слову Божьему потом разбираться. Почему она такие выводы о себе сказала? Почему она пришла к таким выводам? Мы нашли, что ее дьявол обманул. Мы нашли там, что она неправильно пользовалась Писанием. Мы нашли, что у нее с верой проблема. И вот эти все вопросы, плюс еще согрешения, и эти все вопросы породили вот такое самопонимание. Я мерзость. И все. А как жить с таким сознанием? Это же жить не хочется просто. Да, она даже просила смерти себе. Да, так жить это ужасно. Но Бог же нас не обрекал на такую жизнь. А Господь сказал, вы имеете полноту в Нем. Друзья, какая это жизнь хорошая, когда мы имеем полноту в Боге. Какая это жизнь прекрасная, когда мы наполнены Господом, и Его видно и в речи нашей, и в поведении, и в словах, и в одежде, и в служении, и в молитве. Везде виден Господь. А если вот тут тьма у человека, в одном собрании молится человек. Господи, освяти Духа Твоего Святого. Можно так молиться? Друзья, это кощунство. Дух Святой, Он и так святой. Он нас освящает, а человек молится. Ну ладно, можно подумать, да это случайно. Подходит он ко мне, чтобы молитву с возложением рук совершить. Говорит, брат Саша, совершите надо мной рукоприкладство. Я говорю, я таким не занимаюсь. А он, понимаете, вот мышление, насколько помраченное, а потом мы когда стали беседовать, чтобы выяснить, как же на него руки возлагать, оказывается, этот человек чародеем ходит, будучи верующим, там всякими делами занимается. Понятно тогда, почему у него выскакивает молитва такая неправильная, такая тьма в человеке, все понятно тогда. Конечно, на таких людей руки возлагать нельзя. Им надо покаяние, им надо серьезное очищение, развязка от оккультного прошлого. Серьезно очищаться надо, а не исцелять таких людей, тело ихнее. Душа больная. Пока душа не займет правильную позицию перед Богом, молиться об исцелении это неправильно будет. Вначале нужно очиститься. Кто я? Если у нас будет правильный ответ, молодежь, как нам ответить на этот вопрос? Скажите. Можем мы сказать, я дитя Божье. Я возлюбленная Господом. Я в одну церковь приехал как-то, беседую, одна сестра говорит, брат Саша, а ты знаешь, как меня Господь называет? Говорю, скажи, возлюбленная моя. Вот она такое в душе переживает. Представьте, какой у нее комфорт в душе. Я смотрю, она сияет вся. Просто сияет. Говорит, меня Господь так называет, возлюбленная моя. А если иметь самосознание, я мерзость, что тогда будет? Вот то нос повесить и только смерти и желать. Вот то и все. А это от веры зависит. Вот так. Кто я? Я дитя Божье. Я наследница. Я наследник вечной жизни. Я священник Бога Всевышнего. Если священник, то живи как священник. И совершай служение, которое священник должен совершать. А если я заявлю, я священник Бога Всевышнего. А где твои жертвы? Где твои жертвы, если ты священник? Где жертва хвалы? Почему нет молитвы в собрании? Почему нет возвеличения Христа, исповедания Христа своим Господом публично? Где? А где жертва общительности? Если ты священник, не общайся только со своими родственниками. Пойди брата, сестру, многодетную семью посети. Пойди послужи, принеси назидание, утешение, ободрение. Как это хорошо. Братья и сестры,
в одной церкви, вот брат говорит жене своей, я, говорит, буду ехать в соседний город, там за 150 километров, на служение. Она говорит, а можно я с тобой поеду? А это многодетная мать. Можно я с тобой поеду? Ну, поедь. Я, говорит, хочу посетить две многодетные семьи. Пока ты будешь служением заниматься день, а я посещу две многодетные семьи. Ну и поехали. Муж занимается своим служением, а сестра-то занимается своим. Приходит в одну семью, а там 10-го ребеночка ожидают. Мама в положении, очень уставшая. И дети болели, переживания различные, и различные нужды, и свои немощи женские, недомогания. И она настолько устала, что уже и руки опустила. Уныние посещает, переживания. И вдруг заходит эта многодетная мать и радостно ее приветствует. А та на нее посмотрела. «А как ты приехала?» И как разрыдается. Говорит, «А я думала, я никому не нужна». Вот такие у нее мысли. «Я думала, я о мне никто больше не думает и не помнит». А сестра ей говорит, давай я тебе борщ сварю, давай с тобой споем, давай помолимся. И еще и рассказала там из своей жизни, как Бог выручал в трудных обстоятельствах, приходил на помощь. И сестра так ободрилась и возрадовалась, говорит, меня просто Господь посетил. А что это? Это выполнила сестра просто свое назначение и принесла жертву общительности, послужила, ободрила, утешение принесла. Друзья, так и сама радости много испытала, послужа другим. Сознание наше отвечает еще за один вопрос. Что я имею? Это очень важный вопрос. Бог так устроил людей, всех, и верующих, и неверующих. Все хотят что-то иметь. Правда, у неверующих людей другая система ценностей. Они гоняются не за тем, что нужно, и ищут иметь не то, что нужно. А верующие люди, имея ум Христов, они знают настоящие ценности. Что я имею? Я имею Господа. Я имею Духа Святого, я имею жизнь настоящую, я имею силу Божью, я имею обетование Божье, я имею благословение Божье. Я все имею во Христе Иисусе. Друзья, и вот этим, что мы имеем, если бы делиться на молодежных общениях. Вот молодежь, вы желаете, чтобы вас интересно проходило и молодежное общение? Первое. Дайте место Слову Божьему на ваших общениях. А второе, делитесь, как Бог действует в вашей жизни. Как у вас идет духовный рост, какие вы чудеса Божьи видите. И вы свидетельствуете на молодежной. Вы знаете, как это интересно? Как это окрыляет, как это веру укрепляет, как это назидает. А если за чаем посидеть, хихи-ха-ха, день рождения, анекдотики христианские рассказать, о, мы весело провели время. Друзья, это путь в ад. Это мирская жизнь. Молодежь так не должны веселиться. Веселье у верующих людей не от этого должно быть, а веселье должно быть от осознания, вот в нашем разуме, что мы осознаем, кто я, что я имею. И третий вопрос, что меня ожидает? А что меня ожидает? Братья и сестры, если бы мы об этом постоянно думали. Тот, кто трудится для Господа, меня ожидает воздаяние. Написано, он взирал на воздаяние. Помните, молодежь, о ком это сказано? А? Ибо он взирал на воздаяние. Евреям, прочитай в 11 главе. Ибо он взирал на воздаяние. Я думаю, это о Моисее сказано, потому что он все египетские сокровища посчитал за ничто.
а предпочел Христово поношение большим богатством. Почему? Взирал на воздаяние. Вот это важно, братья и сестры, чтобы мы в нашем разуме, в нашем сознании имели вот этот ответ. Что меня ожидает? Меня ожидает вечная жизнь. Меня ожидает встреча на облаках с Господом. Молодежь, вы когда-нибудь думали о вашем восхищении и встрече с Богом или нет? Братья, молодые, на молодежном рассуждали об этом? Как это будет происходить? Сестры, рассуждали, нет? Вот вы рассуждаете о таких вещах. Они вас будут отрывать от земного и мирского, если вы свои мысли направите к небесному, к горнему. А я размышлял. Позвольте, поделюсь. Я вот думаю, как будет восхищение происходить. В Писании написано «во мгновение ока». Я так и верю, что мое больное тело во мгновение ока изменится в нетленное тело, которое не болеет, не стареет, не умирает. И во мгновение ока я окажусь на облаках со всеми святыми и увижу Господа. И еще Отец Небесный подойдет ко мне и будет почести оказывать. Нет, я этого не достоин. Просто Христос сказал, кто мне служит, того почтит Отец мой Небесный. То Христос пообещал, я ему верю на 100%. Я не достоин этих почестей. Я не представляю, как это Отец Небесный мне, земному человеку, будет почести оказывать. Как это он сделает, я не знаю. Но я верю, что это будет. И поэтому тружусь сегодня. И служу Христу. А еще я верю, что я встречу там многих людей, сотни людей, которым по Божьей благодати указал путь ко Христу. Множество их уже на небе. Многие на одрах болезни покаялись, умирающие. Я приду туда на небо, они меня обнимут и скажут: Александр, спасибо, что когда на земле мы жили, в страшной юдоли греха и в окружении зла, а ты указал путь ко Христу. Я вот здесь на небе. И еще подойдет кто-то, еще. Как вы думаете, они будут благодарить? А вы, когда придете на небо, вы будете благодарить тех, кто вам указал путь в небо? Или неблагодарными там останетесь, когда увидите славу неба, присутствие Господа, или останетесь неблагодарными? Само собой, вот я спасена, спасен, да и все. Братья и сестры, будем благодарить. И я буду благодарить. И нам будут благодарить. И у нас на небесах столько радости будет. Молодежь, вы сегодня себе собираете радость на небесах. Служите, благовествуйте, очищайтесь, освящайтесь. Братья и сестры, идите, помогайте больным, друг другу, утешайте, служите. На небе обретаете радости много. И потом Христос скажет: я был болен, а вы меня посетили. А когда мы это сделали? А когда одному из малых сих сделали. Я помню, в одном городе был, и служитель один говорит: надо поехать вот помолиться за сестру, раком заболела. Умирающая сестра, у нее 8 деток. Конечно, это переживание большое. Как это 8 сирот оставить? Мамочка молодая умирает. Поехали мы туда. Захожу, вижу восково-бледное лицо такое, желтое, изможденное от боли и страданий. Кости выказываются наружу, исхудало, ну, болезнь съедает, уничтожает безжалостно. И вот эта молодая мамочка должна умирать. Ну и, конечно, мы перед молитвой беседовали, задавали вопросы, все. А она говорит: братья, а знаете, почему у меня это случилось? А почему? А потому что я нуждалась в этом. Я, говорит, никогда не сострадала людям.
Я родилась очень физически крепкой. За всю жизнь я ни разу не была в больнице. Ни с простудами, ни по каким другим вопросам. Только 8 раз в роддом обращалась, и то на пару дней, чтобы родить. И все. И роды для меня это, ну, все равно, что, говорит, семечек поплевать, и все. Мне это, говорит, ничего не стоило. Я не знаю, что такое токсикозы, голова болит, давление, там такие, сердце болит. Я ничего такого не знала. И поэтому я думала, что все верующие люди притворяются. Ой, у меня то болит, у меня спина, у меня печень, у меня... Они все притворяются. И поэтому я за жизнь ни одного больного не посетила. А до 38 лет ее жизни сколько можно было больных посетить? Она ни разу никого не посетила. Почему? Считала, что они притворяются. Я же не болею, мне же не болит. А чего они болеют? Точно притворяются. Вот так она думала. И говорит, Господь решил меня проучить, чтобы я поняла боль других людей, страдания других людей. Она говорит, вот так меня Бог научил. И я думаю, друзья, неужели нужно вот это ожидать, таких потрясений, болезней, чтобы научиться сопереживать с ближними, ихнюю боль чувствовать. Не нужно ожидать потрясений. Лучше служить сразу, добровольно, и это будет благословение. Поэтому вот эти ряд вопросов, мы должны знать ответы. Вот если проследить чувства, какие бывают у человека чувства и от чего они зависят? Чувства есть положительные, хорошие, есть отрицательные. Какие вы знаете чувства? Надежда, какие вы могли бы назвать? Правильно, благодарю вас. Ну, я бы их так вот обозначил у две колоночки. Радость, мир, покой, чувство покоя, чувство довольства. Свобода. Ну, какие еще вы хорошие знаете чувства? Какие вы плохие знаете чувства? Гнев. Чувство злобы. Зависть. Страх. Ревность, отчаяние, раздражение, чувство ненависти, чувство тупика, ну, чувство отверженности. Вот здесь любовь еще можно написать. Вот такие чувства у человека бывают. Они часто переплетены. В одних людей вот такие больше чувства бывают, чаще всего. У других людей чаще вот такие. От чего это зависит? Нужно знать закономерности души человека. Бог так устроил, что наши чувства и хорошие, и плохие, они зависят от того, что в разуме у человека, какие мысли, какое сознание, какие ответы на эти вопросы. И срабатывают чувства только после того, как воля утверждает, плюсик, утверждает то, что в разуме. Если мы слушаем Слово Божье, прежде всего оно касается нашего разума. Мы осознаем, мы делаем выбор, взвешиваем, анализируем, выбор делаем, верим или не верим, принимаем или не принимаем. Почему написано «блажен человек, который» Псалом 1. «В законе Господа Бога воля Его, и о законе Его плюс размышляет день и ночь». Вот здесь должна быть гармония
в разуме свет, в разуме Слово Божие, в разуме Бог, и воля это утверждает и занимает всегда позицию. Человек всегда на стороне Слова Божьего, на стороне истины, но не на стороне мира, мирских философий, понятий, стремлений, ценностей мирских, моды мирской и всего прочего. Если у человека в разуме не заложены эти истины, в духе будет поражение. Человек, сбившийся с пути разума, водворится где? В собрании мертвецов. Духовных мертвецов. Если в разуме тьма у человека, то в собрании мертвецов. Таких собраний сегодня полно на земле. Собраний мертвецов, где духовные мертвецы, религиозные люди, но далекие от Бога, не знают ни путей Божьих, ни Духа Божьего, ни жизни Божьей, ни целей Божьих, живут, радуются. Но эта радость ихня, она зависит от того, что воля приняла ложные понятия. И теперь, чтобы нам иметь хорошее чувство, нам нужно разбираться, что мы носим в своем разуме, какие у нас ценности, что мы думаем, о чем помышляем. Когда дьявол работает против человека, он всегда работает против разума. Брат Миша, прочитай 2 Коринфянам 4:4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Вот смотрите, что делает дьявол. Направляет на человека оружие свое, ослепление ума. Ослепление, эти очи, они находятся в области разума. И они могут быть открытыми и могут быть закрытыми. Один человек может быть духовно зрячий, а другой может быть духовно слепой. От чего это зависит? Почему дьявол это делает? А дьявол это делает для того, чтобы люди не увидели красоты Христа. Там написано о славе Христа, да? Не воссиял для них свет благовествования о славе Христа. А дьявол им показывает, ну, похоти этого мира. И верующий, и неверующий. Любой человек может быть. Любой может быть человек. Дьявол ослеплять может любого человека. Чем он ослепляет? Обманом. Вот стоит человеку принять в разуме обман, который он может почерпнуть где? От еретика. Из литературы псевдохристианской, из фильмов различных. И все оно туда попадает. И когда оно туда попадает, то прочитай 2 Коринфянам, 10 глава, 4 стиха. Что тогда происходит? Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Значит, вот здесь что происходит тогда? Твердыни. Твердыни. Что это такое твердыни? Где эти твердыни? Эти твердыни дьявол строит в разуме человека. В виде ложных доктрин, в виде ложных понятий, принципов, ценностей неправильных. И если человек здесь принял, у него и жизнь такая будет. И в этих твердынях дьявол закрепощает свою власть. Вот, например, вы слышали такую фразу: «Не выноси ссор из избы». Ну а правильная или неправильная? Ну вот представь, если бы я или ты не выносили из своей хаты, своей квартиры мусор. Месяц не выносить, год не выносить. Если такие люди есть, то в церкви они не должны быть. Это непорядок.
Я помню, мы были на очищении в одной церкви, мужчину одного отлучили за то, что нельзя было к нему во двор зайти, во двор просто зайти. И я ему пообещал помощь, говорю, сейчас пригоним КамАЗы сюда, 30 человек молодежи найду, и привезем, и поможем вывезти мусор. Не прикасайтесь, не разрешу вам во двор зайти. О, уже размышляем, так, а ну, хорошее направление, нет, пожалуйста. Нет, если брать мусор, конечно, это совсем другое, а если ссоры здесь были, ну, бывают же разные, бывает и семейный какой-то ссор. Выносите из семьи мусор поскорей, и из души тоже, и из церкви тоже. Только я скажу, есть правильно подходы, как выносить мусор. И место, куда выносить. О, есть место, где выносить надо. Если в семье у человека непорядок, подойти к пресвитеру и вынести мусор. А муж жене говорит, ничего не рассказывай пресвитеру, а то получишь. Не надо бояться. Не надо бояться. Выносите мусор. Приглашайте пресвитера в свой дом, если есть трудности. Да ни в коем случае не должен это делать. Ни в коем случае. Не должно так быть. На церкви может пресвитер поднять вопрос, если при условии он посетил семью, побеседовали, наставил, как правильно жить. Они упрямятся и не хотят покоряться Евангелию. Тогда пресвитер может на церковный совет пригласить такую семью, повлиять, помочь, исправиться. А если все равно не хотят каяться, тогда пресвитер обязан ставить на церкви этот вопрос. А если возникли какие-то трудности и на месте решились, зачем говорить? Нигде нельзя говорить, ни жене своей пресвитер не должен говорить, ни братскому совету, ни в церкви, нигде. Если они на месте решили все вопросы и все... В семье, но да. Это а если не хотят хоронить? Да, да. Да. Ну, я думаю, мы понимаем, друзья. Не, мусор пресвитера не обсыпешь. Почему? Потому что грех, когда исповедуется, это выносится на Голгофу, не на пресвитера. Пресвитер в мусоре не ходит, извините. Вот. Пресвитер, служитель Божий, он несет просто такое служение. И Бог для того, чтобы нести такое служение, выслушивать людей, советы давать, молиться за них, Бог для этого дает и благодати. Я не знаю, если бы кто-то не пресвитер и этим занимался, либо бы с ума посходили, либо бы попадали, я не знаю, что было бы. Это невозможно. Без помощи Божией это невозможно нести служение. Это просто Бог дает для каждого служения свою благодать, и все. И тут нашего человеческого ничего нету. Нашего потенциала не хватит, братья и сестры, не хватит для такого служения. Просто Бог дает благодать. Так же само в церкви. Мусор надо выносить или не надо? Надо, но только правильным методом. Нельзя о неустройствах церкви говорить другим членам церкви. Типа того, что брат Саша сказал, надо выносить мусор. Нет, не так надо. А нужно, если есть неустройство, лично поговорить с братом, сестрой, решить вопросы, как учит Слово Божие. А если не решается, при свидетелях обличить. А если и тогда не решается, на церковном совете порешать или на членском собрании. А если не решается, обратитесь в областной совет служителей. Нет, не по другим церквям рассказывать, как у нас плохо. Областному пресвитеру, напишите письмо, обратитесь, как нужно поправить эту ситуацию. Вот у нас не решается. Вот это будет правильно выносить мусор. Но с мусором жить нельзя. Бывают люди, махнул рукой, пусть оно идет, как идет, мне что, больше всех надо? Братья и сестры, это мирская твердыня. Мне что, больше всех надо? А Библия как говорит? В нашем разуме должно жить Слово Божие. Мы члены друг другу. Страдает один, с ним все страдают. Славится один, с ним все славятся. А если сквернится один, а другие малодушествуют и молчат, оскверняются все.
Вот так оно происходит. Поэтому Бог предусмотрел очищение. И у нас вот так должно быть. А дьявол, а он твердыни. Раз, не выноси мусор с избы. Маленькая твердынька, она делает большое зло. Или может быть другая твердыня. Например, из всех религий спасутся люди. Такая вроде бы любвеобильная мысль на первый взгляд. На самом деле это сатанинское учение. Страшное сатанинское учение. И если человек примет в своем разуме вот эту ересь, что со всех религий искренние люди спасутся, братья и сестры, никто не спасется. Самый искренний человек, если он ересь исповедует, он не может спастись. Спастись может только тот, кто Евангелие исповедует, истину. И поэтому не надо утешать себя или других людей, которые ересь исповедуют. Через ложь никто не может спастись. Через истину люди спасаются. А истина ведет ко Христу всегда. Вот такие бывают дьявольские, знаете, твердыньки. И они поселятся в разуме. Или другая твердыня, например. Внешность не играет роли, главное сердце. Ой, да, главное сердце. Такая вроде бы мысль хорошая, а она дьявольская. Она чуть-чуть и к Божьему вроде бы. Бог же хочет, чтобы больше всего хранимого хранить сердце. А внешность? А внешность, она свидетельствует о внутренности. То, что у человека внутри, оно все выражается в поведении, в словах, в поступках, в отношениях, в одежде, в прическе, во всем оно выражается. То, что внутри. Только плохо, что люди не вникают в себя и не смотрят, что там внутри. И что побуждает человека по-мирски поступать. Они это не анализируют. И довольствуются ложью. Я люблю Господа, и мне Бог все простит. И все. Нет, Господь учит. Будьте святы, как свят Отец Небесный. И не любите мира, и не того, что в мире. Вот так учит Господь. И дьявол вот так потихонечку ослепляет через ложь, через твердыни, вот тут их строит. А дальше может доходить до того, что люди даже оккультными вещами занимаются. Вот такое делают. И прямо попадают в сети дьявола и к одержимости идут. А Бог что делает, чтобы спасать человеку? Деяния 26:18 прочитай. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Вот что делает Бог. Дьявол ослепляет глаза, умы, а Бог открывает глаза. И чем он открывает глаза? Он посылает апостола Павла к язычникам, чтобы им открыть глаза, эти глаза в разуме. Язычники, они думали, что можно безгласным идолам поклоняться, и все силы природы будут на их стороне, и они будут защищены, будут счастливы. А апостол Павел пришел и говорит им, вы обратитесь от власти сатаны, вы под властью сатаны живете, обратитесь к Господу. Христос один Спаситель и один Господь. Вот это Бог делает, открывает глаза. И потом наша задача впоследствии, когда нам Бог открыл глаза, в нашей воле согласие с истиной Божией, тогда должно произойти такое действие. Когда грешник начинает видеть себя, вот здесь возникает печаль. Хорошая печаль ради Бога. Есть вот здесь еще печаль. Печаль. Но мирская. И написано, печаль ради Бога производит неизменное покаяние, а печаль мирская – смерть. А какая разница между печалью ради Бога и печалью мирской? Печаль ради Бога, она примерно рождается от таких мыслей. Что я наделала? Что я сделал? Вот есть книга Иеремии, 8 глава. Книга Иеремии, 8 глава. Вот именно этот текст здесь как раз и есть.
Бог говорит, 5 стих, 6 стих. «Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение». Вы видите, чем Бог занят? Его ухо наклонено и смотрит на жизнь людей, чтобы человек прозрел в своем разуме. А чтобы прозрел, пророков Бог посылает. Иди и возвещай людям, что они не то делают. И когда услышали, они должны были бы прийти в себя и сказать: «Господи, что я сделал? Как я распинал Тебя? Как я оскорблял Тебя?» И тогда происходит покаяние. А если не открылись глаза, то бывает, что человеку тоже тяжело, и печаль возникает. Но это печаль мирская. Как она выглядит? От каких мыслей? «Господи, прости меня, мне так трудно, от меня все отвернулись, меня дети оставили, я вся больная, помилуй меня, аминь». Это покаяние? Нет. Это жалко себя. Можно так сказать, печаль мирская – это жалко себя. Разрушена судьба, потеряно благословение, как Исав плакал. Ох, у него печаль была, так плакал Исав. А что, а в юности пренебрег благословение? Проторговался, и все. А потом желал возвратить, и не мог. И со слезами отца просил, и не мог возвратить назад. Вот это печаль мирская, запоздалые слезы, жалко себя, больно себе. А печаль ради Бога, что я наделал Богу, как я Бога оскорбил. Я помню, приехал в одну церковь, и после служения подходит молодая сестра. Ну, лет ей 30, может быть, возраст. Лицо измученное, черные круги под глазами. Видно, что она страдает душою сильно. Нет, не же шизофрения. У нее была депрессия очень сильная. И она лежала в психодиспансере, принимала антидепрессанты. Она нормальная женщина, молодая, но сильно пострадала душою. А получилось так, с ее разрешения расскажу. Она уехала от мамы за 1000 километров. Молодая девушка, неверующая, мама неверующая. Уехала, чтобы получить профессию, познакомилась там с парнем неверующим, поженились. Ну, это ж без Бога все, без благословения. Поженились, а он оказался пьяница. Еще и блудник. Мало того, еще и избивал ее. А свекровь ее оказалась колдунья. Не взлюбила невестку и начала на нее чары свои направлять, колдовать. Тут муж избивает, изменяет, пьянствует. Ни дня, ни ночи покоя. Тут это свекровь такое творит. В общем, жизнь – ад. Она уже пыталась и уйти из жизни, и тут ей встречаются верующие, не с нашего братства. Увидели, что она страдает, но это нельзя было не заметить. «Ой, идем к нам, у тебя все хорошо будет, вот примешь крещение, все будет хорошо». А что, чтобы крещение принять? Ну вот надо сказать: «Господи, прости». «Господи, прости», сказала. А дальше что? Ну вот еще крещение, окунули. И через неделю отправили в психбольницу. Вот и все. Она вышла с психбольницы, уехала к маме, семья распалась, да ее и не было, собственно. И теперь она попадает в церковь нашего братства. А там не рассмотрели, что это за больная душа, и приняли ее. И она с этими антидепрессантами член церкви. Бедная, измученная душа. И еще и невозрожденная. И необращенная к Богу. И когда мы стали изучать ситуацию, как же ей помочь, я у нее спрашиваю: а что я хотел узнать? Я хотел узнать, были ли у нее открыты когда-нибудь глаза. У возрожденных людей всегда открыты глаза.
на свое состояние и на Господа, его жертву. Я ему ей задаю вопрос: ты когда-нибудь видела себя, что ты враг Бога? Всю жизнь воевала с Богом? Я? Да вы что такое говорите? Нет, ни в коем случае. Я открываю послание Римлянам, в 5 главе, там 9 и 10 стихи написано: «Будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его». Будучи врагами. Это о ком сказано? Это о всех нас сказано. И вдруг у нее такое, знаете, прояснение в разуме. Это что, я врагом была Богу всю жизнь? Я говорю: да, врагом всю жизнь была. И до сих пор еще ничего не поняла. Она задумалась. А я дальше веду разговор. Вот сюда, вот эти твердыни, а в нее твердыни были какие в разуме? Самоправедность. Такая крепость была в разуме. Я Богу ничего плохого не сделала за всю жизнь. Я ничего Богу плохого не сделала. Я не убила, не украла. Все. А это твердыня дьявола. И я эти твердыни потихоньку разрушаю в ее разуме. Словом Божьим. Написано: будучи врагами, примирились. Дальше. А ты когда-нибудь осознавала, что ты виновата в смерти Иисуса Христа, Сына Божия? Я? Нет, вы что? Христос 2000 лет назад жил, а я распинала Христа? Нет, я нет. Я ей стал объяснять, что все люди своими грехами распинали Сына Божия, а верующие, которые не очищаются и не освящаются и любят мир, до сих пор распинают Сына Божия. Я ей это рассказал. И она вдруг как вскрикнет: и как еще меня Бог мог столько такую терпеть? И падает на колени и начинает плакать. А я слушаю, о чем она плачет. А она плачет, говорит: Господи, у меня открылись глаза. Я узнала сегодня, что я враг Твой. Я никогда за это не каялась. Я никогда себя такой не видела. Я никогда не понимала, что я распинала Сына Божия своими грехами. И она покаялась по-настоящему. Первый раз. Говорю: поднимайся. Она села. Я говорю: это только начало. Это в разуме открылись глаза. Возникает печаль ради Бога. А теперь, говорю, нужно очищаться. Надо исповедаться. Она исповедалась. Все, порешали вопросы. Все, что с оккультизмом связано, все развязали с Божьей помощью. Она вздохнула. И расстались мы. Поблагодарили Бога. А она уже несколько месяцев вообще не спала. Ни днем, ни ночью. Если бы она осталась в таком состоянии, шизофрения ей обеспечена. Раздвоение личности пойдет, это все. Если человек долгое время в душе не решает свои проблемы, обеспечена шизофрения. Уходит в себя, идет раздвоение, иллюзорный мир свой, там хорошо в этом мире, там никто не обижает, там никаких нету тревог, страхов, там все, человек ушел, все. Я уехал на другой день за 120 километров в другую церковь на служение. И смотрю, на вечернем собрании сидит она на собрании. Думаю, чего же она приехала? Сияющая такая. Подходит она после собрания. Говорит: брат Саша, я решила специально приехать и сказать, что я сегодня первую ночь спала как младенец. Без снотворных, без антидепрессантов. Где они больше не нужны были. Потому что она обрела настоящую радость, настоящий мир, покой, довольство. А когда насчет довольства мы стали с ней беседовать, у нее вообще хаос в разуме. Там неразбериха, она не может разобраться в себе. Там все смешано, там чувство вины, там все запутано. И когда вот это все разложено было, она получила свободу и порадовалась. Поэтому Господь, Он открывает глаза. На нашей ответственности, что еще? Прочитай Римлянам 1 глава, 21 и 28 стихи. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетили в словах своих,
и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественного потребления. Ну, достаточно. Вот здесь написано, не заботились иметь Бога в разуме, то Бог предал их превратному уму. Братья и сестры, это катастрофа сегодняшнего времени и всегда была. Если человек имеет превратный ум, это он сам себя накажет и отправит в ад. Человек с превратным умом. Как выглядит превратный ум? Как его охарактеризовать? По каким критериям можно диагностировать, что у человека превратный ум? Очень несложно. Прочитай Исаии 5 главу 20-21 стихи. Исаии. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах, и разумны пред самими собою. Ну, достаточно. Вот характеристика превратного ума. Тьму почитают светом, а свет тьмою. Я сегодня таких верующих людей встречаю в разных городах, в разных республиках с превратным умом. Божий путь очищения, освящения для них это поповщина. Я помню, приехал в одну церковь, а там миссионер переехал в поселок, чтобы совершать служение. И вдруг с ним такое случилось, библейские курсы закончил, вроде все нормально. Такое случилось, обнажился и кричит: «Я Христос! Я Христос!» Вот такие вещи заявляет. А живет при молитвенном доме. Это же мрак какой-то. Жена вызвала пресвитера, благовестника. Как? Крайность. Это не крайность. Это закономерность. Превратный ум у человека. И приезжает пресвитер ночью, а этот брат накинулся, побил пресвитера, там, благовестника. Ну, его уговорили одеться и отправили в психбольницу. Ну, и когда он вышел из психбольницы, мы с одним братом приехали в ту местность и с ним встретились. А чтобы помочь человеку полечить душу, всегда нужно исповедание. При всех случаях, каждому грешнику, кающемуся, нужно исповедание грехов. И вот, а у него этого не было. Я у него спрашиваю: у тебя было исповедание грехов? А он так, знаете, махнул рукой: это поповщина. Я говорю: слушай, давай я тебе объясню, что такое поповщина. Поповщина — это когда нераскаянный грешник идет к нечестивому священнику, платит деньги, рассказывает грехи, и неверующий священник отпускает грехи. Вот это поповщина. А когда кающийся грешник приходит к Богу, приходит в церковь, приходит к служителю, открывает дела свои, исповедует, кается, это настоящее покаяние. И Бог снимает грехи, не служитель, Бог снимает. Посмотрите, как красиво написана книга Иисуса Навина. Когда Ахан сделал тайный грех, ему говорит Иисус Навин: «Сын мой, сделай пред ним исповедание». Пред ним — это перед кем? Пред Богом. «И открой мне, не скрой от меня». А это что? Это пред свидетелями открыть грех и судить его. «Не скрой от меня, что ты сделал?» И он исповедует перед Богом и открывает перед Иисусом Навин. Иисус Навин — священник, и он это несет служение. А Новый Завет? В Новом Завете так же самое. 19 глава Деяния апостолов написано: «Уверовавшие приходили». Куда? К апостолам. «Исповедуя». Я понимаю, перед Богом. И открывая
Я понимаю перед апостолами дела свои. Вот это правильный подход был. Перед Богом исповедует и открывает перед свидетелем. И тогда очищается человек. Поэтому, когда очищения этого нету, тогда у человека рождается превратный ум. И этот человек мне говорит, это поповщина. Ну, мы стали дальше с ним беседовать, я вижу глубоко там проблемы. Я говорю, а где твоя мама? А моя мама здесь в селе живет. Вези сюда. А мама 5 лет уже как член церкви. Привозит маму. Мама нехорошим взглядом смотрит на меня. Что вы хотели? Я говорю, ничего, собственно, и не хотели. Хотели вам просто помочь. Вы видите, что с вашим сыном делается? Ну, видела. Так вот, надо побеседовать. Мы стали беседовать. Я говорю, вы с оккультизмом не были связаны? Я экстрасенс международной категории. О! А какие у вас способности? У меня 3-й глаз открыт. Ясновидящая. Ого! И вы член церкви. Вот 5 лет я уже как этим не занимаюсь. Где вы эти дары получили? Мне бабушка передала. Она очень была верующая и передала. Ведьма была, колдунья. И ей передала. И она, вот тут у нее тьма в разуме. Дьяволу вообще-то и выгодны такие верующие, которые признают Иисуса Христа. Дьявол, он же признает Иисуса Христа. Но не хотят развязываться с дьяволом и с прошлым своим. Вот в чем беда. И в таком состоянии заходят в церкви без очищения, без исповедания. Только в нашем братстве. Еще братьям в 60-е годы Бог открыл нужду в освящении, в очищении. И братья брошюру написали об очищении освящения. Разъяснение о грехах, что надо исповедовать, как исповедовать. Это величайшее благо для народа Божьего. А в архивах КГБ нашлось такое письмо под грифом «Совершенно секретно». Указание старшим пресвитерам регистрированного братства категорически не допустить в ряды верующих брошюру об очищении освящения и служение по очищению, которое проводят раскольники, они так наше братство называли, как крайне нежелательное явление для нас. ЦК КПСС подписались. И мы тогда понимаем, что ЦК КПСС и КГБ, им служение по очищению очень нежелательное явление было. Почему? Церковь устоит тогда. Церковь святая будет. А сегодня эти документы Бог выводит на свет и показывает глубину отступления официальных союзов. И мы должны так Бога благодарить за то, что мы имеем в нашем братстве. Это благословенное служение по очищению. И дорожить этим. Кто не дорожит этим, будут иметь возможность получить превратный ум. Будут иметь возможность. Превратный ум, он чем характерный? Тьму почитать светом, свет тьмою. Горькое сладким, а сладкое горьким. Все наоборот. Мирские вещи считать, что это любовь, это хорошо. А святые вещи, это поповщина, это законничество и все прочее. Мы этим наслышаны. Много сегодня люди разговоров нехороших ведут. А мы радуемся безмерно, что Бог нам дал ум Христов. А что такое ум Христов? Это когда наше мышление сообразуется с истинами Божьими, с Духом Писания выстроено наше мышление. По-духовному мыслим. Вот это, друзья, ум Христов. И поэтому можно радоваться. Превратный ум еще можно по каким признакам увидеть? Мудрый перед самими собою и разумный в своих глазах. Это такой независимый дух. Это я сам себе хозяин, да? Я сам знаю, никто меня не должен учить. У меня есть помазание от святого. Я был вот как-то весной в Татарстане, и после собрания вопросы задавали люди. 1.5 часа задавали разные вопросы на записках. Я смотрю, вскакивает один мужчина с таким невыразительным выражением глаз. Видно, что у него есть серьезные проблемы духовные.
И он все выскакивает и хочет говорить. Но я 1-2 раза его послушал и прервал его. Говорю, ты член церкви? Он говорит, еще нет. Вообще член церкви, но только не этой. Тогда, говорю, воздержись от разговора и садись. И когда мы стали знакомиться, а он посещал какую-то американскую течение какое-то, и набрался там такой ереси, я ему хотел помочь. Я говорю, знаешь что? Тебе можно помочь, если ты в состоянии принять помощь. Выслушай здравое учение. Осуди себя за твои вот этот мусор в голове, который у тебя. Раскайся за общение с этими экуменистами совсем. И получишь ум Христов. Будешь здравый, хороший брат. Будешь вместе в одном духе с братьями идти. Нет, говорит, у меня все хорошо. Я с Богом напрямую общаюсь. Ну и все, превратный ум на лицо видно. Я братьям говорю, ни о каком приеме его в члены церкви невозможно. Они говорят, да мы уже 2 года подряд ему отказываем, а он напористо добивается, чтобы его приняли в члены церкви. И уже и некоторые верующие уже, и даже уже и созревают к тому, чтобы и принять. Ну глянь, брат же ж хочет, ну глянь, же ж стабильно ходит в собрание, ну чего бы его и не принять? Так категорически нельзя принимать. Потому что будет осквернять церковь. Нельзя в церковь принимать людей, которые не раскаяны и имеют превратный ум. Они будут разрушать церковь. Надо, друзья, стоять на страже. Если вы видите, что человек, он не здравый в вере, в пониманиях, нельзя принимать члены церкви. Это очень ответственно. Поэтому наша задача иметь Бога в разуме. Если Бога не иметь в разуме, тогда идет развращение человека. Что такое иметь Бога в разуме? Как вы думаете, братья и сестры? И жить по Слову Божьему. Проверять по Слову Божьему. Да. И думать всегда о Господе. Всегда думать о Господе. Что бы мы ни делали. Или мы за рулем едем, или мы дома борщ варим, или мы в собрании, или мы по дороге идем. Друзья, мысли должны быть сориентированы всегда на волю Божию, на Слово Божие. Вот это будет здоровая духовная жизнь. Иметь Бога в разуме, да. А когда у людей нету Бога в разуме, как это выглядит? Вот я в одном месте беседую с братом, а он бедненький, ну, дошел до кризиса полного. 5 лет был член церкви, и вдруг пришел и говорит, я пришел с тобой попрощаться, буду умирать. Чего ты, молодой мужчина, умирать, брат... Жена неверующая в него, 3 детей. Как это умирать? В 34 года умирать? Как это? Буду умирать и все. Я говорю, ну давай хоть побеседуем. Не надо мне беседовать. Меня никто не понимает. Врачи не понимают, и ты не понимаешь. И меня дома не понимают, и меня никто не понимает. Все, я буду умирать. Я говорю, давай хоть помолимся перед смертью. А что тогда? Ну давай. Он молится. Я говорю, только знаешь, что будем делать? Прославлять Бога. Вот перед смертью прославим Бога. И ты помолишься, и я помолюсь. Раз ты не хочешь меня слушать, ничего, я тебя не понимаю, я хоть помолюсь с тобой перед смертью, да и все. Стали на колени, и он плачет и молится. Молитву не хочу критиковать, а разговор его можно бы проанализировать. И он молится, Господи, слава Тебе, что я болею, слава Тебе, что меня врачи не понимают, слава Тебе, что меня дома не понимают, слава Тебе, что меня служитель не понимает, и вот это мне так тяжко, слава Тебе, что мне так тяжко, слава Тебе, что я должен умирать сейчас. Вот это такое. Я тогда не сказал аминь, ну молитвой это нельзя назвать. Я говорю, знаешь что, ты чего, говорю, перед смертью эгоист? Вот это поставил себя в молитве в центр. А ну Бога поставь в центр. И начинай достоинство Бога восхвалять. А как это?
А вот начинай молиться. Слава тебе за Иисуса Христа, за Его жертву, за Его победу, за вечную жизнь, за живую церковь, за спасение, за обетование. А ну давай Бога в центр. Он встал и давай молиться. Пока он закончил молитву, у него слезы высохли. Говорит, а можно я с тобой на собрание пойду? Говорю, пошли. Уже прошло лет 8, а он ходит в собрание, передумал умирать. Не умер. Да, живой. Да, живой, как есть. И все. Вот в разуме у человека твердыни были. Твердыни, их надо было разрушать. И разрушать и Словом Божьим, и молитвою. Разрушать твердыни. Душа больная. Вот больная душа и все. Братья и сестры, что еще нам важно заметить? Вот здесь можно нарисовать, было бы вот так вот кружочек, а Миша прочитает 6.14 Ефесянам. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности. Достаточно. Вот апостол Павел советует для борьбы духовной, для победы, припоясать чресла ваши истинную. А где эти чресла? А Петр апостол дополняет Павла и говорит, первая глава, первое послание Петра, 12 стих, «Препоясавши чресла ума вашего». Значит, вот в этой области эти чресла находятся. И нужно припоясать чем? Истиной. Как это практически? Практически любая мысль, которая приходит в наш разум, ее надо проанализировать, оценить с точки зрения истины. Если эта мысль ложная, фальшивая, греховная, мирская, дьявольская, еретическая, какая хотите, ее нужно умертвить. Римлянам 8 глава написано, духом умерщвлять помышления и дела плотские. А где же эти помышления плотские? Они здесь вот и поселяются. Когда человек начинает по-плотски мыслить, тогда рождается и превратный ум. А духом умерщвлять – это как раз дать возможность поясу истины работать и поражать эти мысли. Вот бывает у верующих такая борьба. Мысль плохая в разуме появилась. Верующие люди переживают, плачут, каются. Братья и сестры, пока воля наша не согласилась с этой мыслью, каяться не надо. Каяться надо тогда, когда в разуме возникла эта мысль греховная. Воля дала согласие. Это полюбилось, это понравилось, это принято за истину. Тогда пойдут всякие чувства. Вот тогда уже надо каяться, исповедовать. А пока только атака пришла, вот эта мысль сюда, раз, от дьявола, огненная стрела, щитом веры, который неотъемлемо от Слова Божьего действует, поразить эту мысль. Вот, например, страхи. Как работают страхи? В разум приходит ложная мысль от дьявола. Ну, какая? Вот на днях приехала одна женщина, муж привез, она многодетная мать, но маловерующая. И в ее разум поселилась такая мысль, что она якобы может своего ребенка умертвить. Вот такая мысль. Она так внезапно пришла, эта мысль. Оно-то и не внезапно. Когда мы стали беседовать, открылась причина, почему это у нее случилось. Она, будучи верующей, пошла до костоправши, чтобы та ей позвонок управила. А костоправша оказалась колдуньей, целительницей. И когда та легла на кушетку в нее, она ее руками не дотрагивалась, она как-то там по-другому руками работала. И сестра говорит, у меня что-то начало по телу, какая-то энергия идти, какое-то тепло идти. Я спрашиваю, что вы там делаете? Она говорит, вставай. И сказала ей одну программку, одну фразу. И это засело в разуме.
И потом начался жуткий страх, что ее телепать стало. А потом пошли мысли такие. Ты умертвишь ребенка своего. Она говорит, я месяцами, 9 месяцев плакала, каялась, терзалась, не спала. Вот такое состояние. А дьявол ее безжалостно добивает и добивает. Почему? Она просто не знает борьбы духовной. И не вооружена. Я ей сказал, смотри, что у тебя. Тебе нужно было очиститься от того, что ты осквернилась у этой костоправши. Исповедаться, отречься от этого. Дальше что? Дальше нужно было в разуме поставить заслон для этих мыслей. Если мысль пришла, пришла, ты же не хочешь этого. Нет, я не хочу. То есть воля ее настроена на Слово Божие. Сюда не проник грех еще, а только в разум стрела пришла. За что ты каешься? Так что не надо каяться. Говорю, не надо. Каяться надо, когда тебе эта мысль понравилась. Так слушайте, это же выход из ситуации. Да. Мы помолились, все, порешали вопрос. Она уехала, звонит мне. Говорит, как хорошо жить в свободе. А в нее еще твердынька была одна в разуме. Крепость такая. Дьявол, знаете, застраховал себя, чтобы на перспективу ее губить. И, например, такая мысль сидит. Ты никогда от этой мысли не освободишься. И она поверила в эту мысль. На перспективу. Тебе никто не поможет. И она в это поверила. И подумала, что она с этим делом должна и умирать. И уже стала даже смерти просить. И когда Господь ей помог, она говорит, как хорошо жить в свободе. И это почему? Истина освобождает. Просто нужно покориться Евангелию. Вот так оно, друзья, у нас работает. Чтоб страха не было, в разуме держать Слово Божие, обетование Божие. И тогда и не страшно будет. Страшная мысль приходит. Тебе нельзя беременность, потому что при родах умрешь. Все. Поверила в это. Все, начинает изобретать методы греховные, как жить в семье, чтобы не было детей. На самом деле, дьявол спарализовал страхом. Кто-то голода боится. Не пастись, потому что умрешь от голода. Я встретил одну сестру, ее телепает просто. Просто ее телепает от одной мысли в посте побыть. Вот такой страшный страх смерти от голода. У других страх нечистого духа. Жутко боится нечистого духа, как будто бы он нападет, и он задушит, или там еще что-то. И все. А это всего-навсего обман дьявола. И он парализует. А если бы в разуме держать истину, так истина же освобождает. Я помню, приехал в одну церковь, проповедовал о вере живой. И после собрания подходит сестра средних лет и плачет. Помогите, меня страх замучил страх. Я начинаю искать его здесь. От какой мысли возник страх? В подсознании, где она этот страх приобрела? Вспоминай, говорю. И она вспомнила. Когда-то в молодости она читала какую-то книжоночку дешевенькую, где описывается, как там нечистый дух нападал на женщину, душил ее в таком большом помещении, в темноте и все. И она тогда, у нее произошло чувствование. Это такое состояние, когда, вот как фильмы смотрит человек, он сопереживает с персонажами фильма то, что там происходит. Чувствование. И это все туда входит в глубины души. И осквернение происходит. И вы знаете, она не решила эту проблему сразу. А как надо было решить? А надо было сразу же эту книжку отбросить и сказать, ересь, никогда на меня злой дух не может напасть. Я, дитя Божие, иду путем очищения и освящения. Она этого не сделала, а испугалась. Она себя в воображение включила. Представила себя в той большой комнате, в темноте, как на месте той женщины, как на нее нападает. Все, страх обеспечен. Но в страхе жить то мучение. Она тогда
постаралась не думать об этом, не думать, а что это такое? Это затолкало его в подсознание. И все. А проблема осталась. Теперь она поступает на работу, в такое большое помещение уборщицей, когда людей нету, вечером она убирать должна. И на нее нападает страх. Именно там. Почему? Потому что обстановка на работе соответствует картине в той книжечке там. И все совпадает, все. И из подсознания страх. Как даст, аж ее всю стягивает. Что делать? Я опять ищу, где вот тут дьявол построил эти крепости, твердыни. И начинаем эти твердыни разрушать молотом Слова Божие. Открой Ефесянам 5 глава, 2 глава, 5 и 6 стихи. Ефесянам 2 глава, 5 и 6 стихи. И читаю. Вот сюда открываю глаза. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Просто доступно. Я ей говорю, ты вот эти слова читала? Читала. Ты считаешь себя возрожденной, ожившей для Бога? Без сомнений, я возрожденное дитя Божие. А ты видишь, что делает Господь? Всех возрожденных, которых оживотворил, Он уже посадил во Христе Иисусе на небесах. Ты себя когда-нибудь за твои 18 лет членства в церкви, ты себя видела, сидящей на небесах во Христе Иисусе? Значит, я так никогда не представляла. Я верила, что когда-то я воскресну, буду на небе с Господом. Нет, сейчас. Там же написано сейчас, да? Воскресил и посадил. Не посадит. Она говорит, я никогда так не думала о себе. А теперь, говорю, ты в Библии веришь? Ну да, верю. Раз я воскресла, я жила, то я и посажена. Я ей говорю, а ты скажи, если ты посажена на небе, во Христе, какой бес достанет тебя там? И ей такой свет в разум, слезы потекли. Она уже такая от радости, действительно, какие там духи достанут? Я же во Христе, это же такая истина. А я еще добиваю врага. Римлянам 16:20 прочитай. Римлянам 16:20. Читаю, она уже примерно поняла ход моих мыслей. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». О, я говорю, ты в духе сидишь на небе. А где твои ноги в духе? Она уже понимает ход мыслей. Говорит, это что, на голове дьявола? Я говорю, аминь. Она опять как вскрикнет. «Господи, я хочу так Библию понимать!» И через время, через года два, я был снова в той церкви и с ней встречался. Спрашиваю, а ну докладывай мне, как у тебя страх? Говорит, нету страха. Она осталась на том же месте работать, та же комната, те же помещения большие. Ничего не изменилось, она изменилась. У нее в разуме проник свет, твердыни разрушены, она имеет свободу. И радуется, что Господь ей обеспечил такую победу. Братья и сестры, вот откуда секрет победной жизни, секрет радости, мира, покоя, победы, когда мы насаждаем в нашем разуме истину, живем посвященной жизнью, и тогда наш удел – радость, мир, покой, довольство, свобода, любовь. Но вначале печаль ради Бога. Вначале оплакать свое негодное состояние, оплакать свою всю испорченность. Если вы никогда не плакали о своей испорченности, греховности, негодности, вы еще не каялись тогда. Человек обязательно через это должен пройти. Я вспоминаю, когда меня Господь коснулся, я просто падал на пол, вот так, молодой юноша, я рыдал. Мне противно от самого себя было, какой я негодный. Хотя по-человечески я хороший юноша был, и учился хорошо, и родителям послушный, и не пил, не курил, такой не ругался, такой хороший, хоть бери да на небо. А я негодный, испорченный грешник был. Только и того, что не сделал многих дел, отец ремнем оградил,
наставлением оградил, а я на все остальное мог быть способен, как и все люди. Просто Бог помиловал. Вот так, друзья дорогие. Поэтому пусть нам Бог поможет вникать в себя, что у нас в мыслях. И Филиппийцам 4:8 написано, что только честно, что только истинно, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте. Наши мысли должны чисты быть, о братьях, сестрах чисто думать, никого не подозревать, не носите в мыслях нечистоту, не оскверняться от видео, мультики вот есть христианские, это просто отрава ужасная. Ее детям дают. Оно же психику разрушает детей. Оно вызывает стрессы у ребенка, кратковременные или долговременные. А эти стрессы воздействуют на организм так, что выбрасываются вещества в кровь, такие, которые психику разрушают. И сегодня ученые, психологи, они бьют тревогу, у нас население с ума сходит. Вот такое происходит сегодня. Как мы счастливы, друзья, что есть узкий путь, есть Евангелие. Мы можем сейчас помолиться, порадоваться о Господе, утешиться нашим Господом. А если кто желает покаяться, примириться с Господом, вы пройдите сюда наперед, я с вами помолюсь, и начинайте новую жизнь, осмысленную, радостную, служение Богу, освободиться от превратного ума, воспитывать в себе ум Христов, и радостно идти навстречу приходу Господа. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся Господу.